Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ревенгард. Ну что, забираем свои ежедневные награды и переходим сюда. Посмотрим, что у нас тут. Ага, бесплатно. Пропуски рейда 5 штук, окей. А тут у нас входящие. Что там за входящие? Ага, комитет фестиваля дает мне 60 цветочков. Спасибо вам. Но этого, по-моему, маловато будет. Так, что у нас тут? Так, Иван рунные фрагменты костей получает. Тут шаль из паутинного шелка. У меня даже пожертвовать нечем, потому что этого нету просто-напросто. Ладно. Ну что, друзья мои, сегодня, наверное, мы попробуем с вами пройти еще одну сюжеточку. Как ты думаешь, получится или нет? Вот здесь нам нужно дойти до 75-й миссии. И будет бабуля, вот этот босс у нас, я так понимаю. Ну что, давай посмотрим. Так, ну здесь воины и маги. В принципе, я готов. Блин, ну бабуля вроде так смотрится как бы мило, но в то же время я представляю, какая она лютая будет. Так, ну что у нас тут? В принципе, такой командой можно здесь разрулить. Так, давай сюда. Тихо-тихо. Подожди. Этого поставим сюда и начать. Я пока не буду, наверное, туда далеко выбегать. Давай вот здесь вот постоим с тобой. Пускай они к нам сами подходят. А то я знаю эти приколы. Все. Ага. Отлично, ребята. Давай-ка теперь, наверное, вот так вот сделаем. Найс. Так, теперь шв... Почему далеко? В плане далеко. Твою дивизию действительно далеко. Тогда сделаем вот так. Ну, почему только один-то конник, а? Слушай, давай-ка мы, знаешь, что сделаем с тобой? Вот это вот уничтожим. Встанем сюда. А магом сделаем. Блин, он даже цепную не может врубить, прикинь. Чё ж ты такой, а? Ну, перейди хотя бы вот сюда. Можешь перейти? Самое главное, чтобы у нас никто не упал. На остальное мне плевать. Ну что, теперь-то ты сможешь применить? Да. Вот так вот. Слушай, ну он крут, маг, на самом деле. Он пробивает, он даже не то, что пробивает, он игнорирует броню. То есть получается чисто магический урон. Но против магов такая фишка не прокатывает. Потому что у них есть магический барьер, скажем так. Смотри, как какой-то тут кристалл можно заработать. Свет внутри нее. И все, что ли? Фу. Так, подожди, все. Вот это вот не заметил. Так, подожди, давай-ка ставим сюда. Все время забываю, что нужно начать бой, а потом уже выпендриваться. Круто, кстати, да, кританули. Дракоша, а тебе придется вот сюда. Ну, вообще великолепно. Просто великолепно. Блин, я вот боюсь этого мага, ладно, фиг с ним. На тебе. Ой-ой-ой. Так, ну что, дракончик родной ты мой. Давай-ка вот это вот. Красиво. Так, тут-то нам как лучше сделать? Можно, в принципе. Отлично. Так, вот это вот. Это магичка. Я не понимаю, магичка сильнее, блин, обычного воина. Как такое может быть? Вот объясни мне, а? По идее, все маги, они слабы к физическому урону. Но не в данном случае. Но не в данном случае. Так. Скоро у нас маг получит уровень, кстати. И это будет круто. Ну а мы с тобой дальше двигаемся. У нас 63-я миссия. Йо, а чё так много-то вас, эй? Ничего себе там их. Кабанья пасть. И здесь. Блин, а это же у нас эти, да? Кинжальчики. Так.
Я думаю, знаешь что? Что нам надо... Я, наверное, уберу отсюда Монти. Вот так я сделаю. Поехали, друзья. Значит так. Маг сделает следующий ход. Сработало. Дальше. Дальше нам как бы нужно вот здесь вот. Прекрасно. Так, ты идешь сюда и делаешь удар молотом. Немножко не того я, конечно, ожидал. Ага, добили. Так, а вот здесь вот попробуем. Ну, в принципе, неплохо. Главное, чтобы моего дракончика не убили. Пока живем. Ну-ка. Вау. Просто с удара. Так, давай-ка здесь попробуем. Не вышло. Готово. Ну-ка. Живучая какая-то, посмотри. Все. Слушай, их было много, но разобрали мы их довольно быстро. Ну что же. Наш маг получает уровень. Сейчас надо будет его немножечко прокачать. И задание мы тут выполнили. Давай-ка заберем награды. Монеты. Билеты. И жетоны. Теперь идем сюда. Ну-ка. Ну, естественно, прокачиваем магию. Это само собой, ребят. Это в первую очередь. Это самая основа. Так, у меня что, книжки есть? Книжка опыта. Применим сюда. Еще даже. Две книги было. Вот я думаю, вот здесь вот можно как-то вот улучшить. Смотри, у нас в принципе с тобой много чего есть, что мы можем сжечь. Так, 10. А теперь... Стой, чего-то не хватает. Чтобы улучшить до необычного, нужно... Ах, вот оно что. Нужно еще, оказывается, такая палочка. И два вот таких вот посоха. А я-то думал, что мне нужна пыль. Нет, ребята. Мне нужна здесь не только пыль, оказывается. Ха, понял. Значит, потерпим пока. Ну-ка глянем, что у нас тут еще. Монти, что ты хочешь? Давай, применим. И пошли с тобой на 64-ю миссию. В принципе, я думаю, здесь мы с тобой разберемся с ними. Блин, ну маг смотрится круто. Причем у него такая корона на голове, типа он... Крутыш. Нам всего троих здесь дали. Да их тут тоже, в принципе, не так уж много. Пускай они сами к нам подходят. Ать. Ну что, теперь... Наверное, цепную молнию сделаем. Ха-ха, прекрасно. Подожди-ка. Наверное, вот так лучше. Угу. Здесь добьем. Тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Солнышко, давай-ка мы их немножко поджарим. Найс. Одного залпа было достаточно, чтобы они все отдуплились. Слушай, ну мы быстро с тобой проходим, так что босс будет буквально через... Через минут 10. Это максимальное. Так, ну что? Если, конечно, не будет никаких тут запар. Да что ты будешь делать-то? Все время забывай, надо начать игру. Солнышко, давай-ка мы с тобой сделаем вот так вот. Блин, на самом деле я думал, сможешь добить. И даже маг не сделал этого. Ха. Ну-ка. Да ну. В блоке просто простоял. Так, минус. И этого. И этого. Этого. Да ну хорош. Гоблин, нифига. Почему такой крепкий оказался гоблин, а? Все ко мне на милость. Что-то получаем, получаем с тобой. Кстати, сейчас еще один герой у нас с тобой прапается. Ты, наверное, заметил, да? Так, ну здесь все на изи. Какие-то новые элементы мы с тобой получаем. Что там было? Одолейте 40 противников.
какой-то фракции. Ох ты, смотри. Стоим прям рядышком друг к другу. А, я еще могу одного героя поставить. Давай, вот это, Монти. Начать. Значит, так. Стоп. Этого можем убить сразу. У меня сразу же вопрос возникает. А как я вообще должен сюда попасть? Ага. А больше никаким, да, способом? Получается так, что больше никаким способом мне до туда не достать. Ага, вон они что делают. Смотрите, смотрите, смотрите. Ух вы. На тебе. Давай-ка вызовем. Раз, два. Монти. Шваркни его. Ну-ка, сможешь убить? М-м. Не смог. Вот этого надо уводить. Я боюсь короля. Короля, вот тебе и убили. Конника, прикинь. Друзья мои, вообще распетрушили. А знаешь почему? В чем здесь моя вина, ребят? В том, что я убрал дракончика. Угу. И поставил Монти. Я не спорю, Монти здесь хорош, конечно. Мы, кстати, с тобой здесь сейчас переиграем. Я сделаю немножко по-другому. Я уберу сейчас здесь Таро. А может быть даже уберу... А да, скорее всего, Таро уберем. И поставим сюда дракона. У меня... Вот ты заметь, что у меня очень мало бойцов дальнего боя. Очень мало, именно бойцов. Магов у нас две штуки. Так, Монти, давай-ка мы вот это вот уберем. Сделаем вот так. И попробуем сейчас сыграть. Дракончик, ты сейчас так должен хорошо бомбануть здесь. Давай вот одного уберем. Этот, в принципе, своей... Да-да-да-да-да, вот это, вот уже совсем другой разговор, ну ты сам видишь. Совсем другой разговор. То есть гоблина мы сейчас с тобой просто распетрушим этого и все. А в тот раз не получилось, ребята. Ну что же, продолжаем. Остается совсем немножечко. 67-я миссия у нас. Так, опять 4 воина плюс 2 мага. Для меня это полная, как говорится, ерунда. Оставим такой состав с тобой. Стоит рисковать? Наверное, стоит, ребят. Сделаем так. Монти не будем трогать. Пускай они стоят здесь. Блок, блок. Хорошо, что срабатывает блок. А теперь наша очередь запускать пламя. Найс. Вызовем с тобой двух рыцарей. Тыдич, тыдич, распинали. Плюс цепная молния. Блин, фиговенько как-то получается. Эй. Ну-ка. Да ладно. Окей, ну-ка попробуем. Уничтожили. Вот гоблины живучие, это посмотри на него. Ты посмотри. Кто, дракончик не сходил, да? Пропустим. Все. Ой, так, используйте способности 25 светлых. А кто у меня светлый? Ну, в принципе, у меня вот, да, лекарь светлый. Так, секундочку. Пробирку применить. Книжку где-то, когда мы это все успеваем с тобой набрать, я не понимаю. Так, три задания я выполнил. Монетки. Так, здесь мы с тобой что берем? Ага. А здесь... О! Жетон призыва. Вот это я больше всего обожаю, ребят. Давай посмотрим. Кого мы с тобой можем призвать? Сколько карточек и кого? Ну-ка. Это у нас, ребята, Тора. А почему он, интересно,
Значок эпического героя. Для возвышения героя до эпического и повышения героев до более высокой редкости. То есть у нас должны выпадать такие вот карточки. Я-то думал, он постепенно сам может переходить. Но видишь, ничего подобного. Нам нужны именно жетоны эпические. Все, я понял. Так, ну что, приступим. Дракончик, ты сможешь? Сможешь. Блин, обожаю, когда он так делает. Тут дело дрянь. Ну-ка посмотрим. По дракону, ребята, минимальный урон попадает, потому что он стоит в лесочке. Ну-ка. Вот и все. Дракончик. Так, здесь мы сделаем немножко по-другому. Почему один-то опять? Ну почему один? А вот это уже опасно. Когда дракончик у нас на простой территории, его могут быстро забомбить. Тем более эти дамагеры. Но мы успели. Да что ж такое-то? Вот они практически оба готовы прапаться, но все, не хватает нам опыта. Ладно, я думаю, на следующем бое... Так, подожди, тут у нас что? Угу. Так, повысили здоровье. А у тебя-то что? Браслет. Одеваем. Ну что, в бой. Слушай, я думаю, что... Подожди, я же сказал в бой. Куда вы меня выкинули-то? Я думаю, что я все-таки Тару уберу из своей команды и поставлю... И поставлю магичку. Так, начать. Подожди, минимум 3 героя. Давай поставим мага. Ну что, начинаем с огонька. Окей. Цепная. Ух ты. На тебе. С полтыка, ребят. Солнышко у меня получает уровень. Блин, ну как-то для дракона звучит вот это солнышко. Не совсем солидно. Но что там у тебя? Прокачка, да? 68 единиц урона. И поджигает клетку. Так. Здесь у нас уровень, ребята, мы получаем. 8-й. О, 9-й. Натиск открыт. А что такое натиск? Так, призвать. Мы жетон, что ли, получили с тобой? Ну, давай. Хоба. И... Понятно. 10 карточек на нашего лекаря выпало нам. Ну что же, а мы с тобой на 70-ю миссию идем. Слушай, очень быстрый проход. Надо будет, кстати, потом посмотреть, кто у нас там в лиге. Так, я хотел убрать Тару и поставить... Вот. Пора магичку, наверное, нам тоже немножечко прокачать, а то она... Давай. Прекрасно. Так, здесь нам еще поможет цепная. Просто уничтожать на изи, ребят. Как же я обожаю этого мага. Ах ты, великолепно. Я уже обрадовался, там же еще один враг стоит. Че ж я его не увидел-то? А ну-ка. А ты? Достать не может. Ну как так-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, точно не может достать. Ладно, пропустим ход. Ух ты, опасная какая. Уложились, у нас буквально один ход оставался. Так. Вдвоем получили уровень. И наша магичка, да, и наш всадник. Давай-ка мы прапаем их. Так, магичка. Вот она. Одеваем. Так, восстанавливает себе и союзникам рядом 35 единиц здоровья. Неплохо. Тут у нас еще кто? А, всадник. Так.
30 единиц здоровья на каждом начатом ходу. Вот так вот. Неплохо. Ну что, все ближе и ближе мы с тобой к боссу. Но я почему-то сомневаюсь, что мы его сможем одолеть. Мы с предпоследним боссом дрались. Ты помнишь, что это было. Жуть, жуткое. Так, давай сюда. Вы прячетесь в кустах пока. Так будет спокойнее всем. Ну-ка. Твою же... Ой! Тихо! Тихо! Ты посмотри! Ты посмотри, что он творит, а? Ну-ка, жги! Отлично, так. Блин, я даже не знаю, как тут сделать-то. Давай вот так, наверное. Бум, бум. Здесь цепную. Да, наверное, цепную применим. Как сделать-то лучше? Блин, придется сюда стрелять. И не убил. Твою, я так и думал, ребята, что рыцари все-таки добьют. Блин, придется переигрывать. Как меня вот эти критовики бесят. Я прям не могу, ребят, вообще жесть. Ну ты сам видел. Тут вообще пробить не можем. Ё-моё. Офигеть. Да уйди ты, Монти, сейчас он... Сейчас побежит за тобой, по-моему. Ну-ка. Блок. Нет. Переиграть надо, друзья. Ну это вообще, это дичь. Что-то у меня маг очень быстро получает уровни. Он сейчас опять получит ап. Так, подожди, я что нажал? Нет, 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 не надо мне. Ух ты, смотри, там новый какой-то. Блин, я хочу вот такого вот героя себе. Мне кажется, вот этот сокол будет помогать нам. Значит так, здесь мы, наверное, с тобой сделаем все-таки... Да ничего не сделаем. Так и оставим. Просто нужно сделать немножко по-другому. Весь расклад, вот и все. Пускай они подходят сюда сами. Вот. Так, дракоша, давай-ка мы с тобой вот сюда полыхнем. Неплохенько. Так, этого убираем. Здесь цепная. Ну и вот остаются эти пройдохи. Так, врубаем сюда коняшек. Ну. Так. Дышим огнем. Бомбим. Также бомбим. Монти, а тебе придется, наверное, стрельнуть. Е. Ну, с этой, я думаю, мы разберемся уже, да? Да, мы с ней разберемся сейчас. Вот, совсем другое дело. О, смотри, он уже... Он имеет 8-й уровень, ребят. 8-й. Прокачка у него, конечно. Ну, сам по сути, он все время, ребята, использует свою молнию, да, вот эту вот. Естественно, он побеждает больше всего врагов, поэтому он и офигенно прокачивается. Ну и ценники, конечно, на заклинания тоже, ребят, повышаются у него. 385. Так, 385. Ну что? Погнали, погнали дальше. Смотри-ка. На каком-то крабе. Ага, тут хитро придумали. Тут и сзади, да? И спереди. То есть я могу... Вначале начнем. И вот сюда вот я хочу вжарить. Сразу зачистка такая офигенная прошла. Блин. Ну сюда, наверное, вот так сделаем. Дальше вот так вот. На тебе. Посмотрим просто. Блин, а что ты? Давай бомби. Отлично. Ха, в блоке.
На. Готово. Так, скоро я смотрю, Монти получит уровень. И это будет только лишь пятый. Пятый левел. Маленький он еще. Так, забираем с тобой здесь награду, смотрим, что тут. Монетки, гемы, меч, жетон. Опа, вот, ребята. Две карточки выпало нам на того героя, которого я хотел. Так, что-то у нас тут выполнено задание. Это что такое? Малый свиток живучести. Так, и сундук созрел. Угу. Так, книга опыта, две штуки, ребята. Камень призыва, прекрасно. А что вот это такое? Эссенции светлые, для возвышения героя до необычного и редкого. Вот же как. Эссенция какая-то еще, оказывается, нужна. Ух ты. Это что такое? Кроличья лапка следопыта. Необычное украшение. Шанс блока 2%. Блокирование урона 11. Я не думал, что в камнях призыва можно еще и артефакты получать. Так, подожди-ка. Я просто хочу глянуть, где вот этот вот герой. Сейчас, подожди. Его тут фиг поймешь, как он выглядит. Вот он, да? Наивис. А как понять, сколько у меня на нее карточек, а? Например, мне вообще непонятно. И сколько нужно на нее насобирать, чтобы ее открыть. Ладно. 73-я миссия у нас с тобой. Погнали. А мне кажется, вот ты карточки собираешь, мне кажется, ты должен ее открыть. А карточки эти уже идут на усиление, на улучшение персонажа. Скорее всего, именно так это работает. Ну что, пыхнем? Ну, пыхнули. Не достанем, да? Давай тогда просто с тобой встанем сюда. Монти сюда вызовем. Так. Давай сюда иди. И конник сюда. Угу. Во-во-во-во. Тихо! Трындец. Я в шоке просто, ребят. Ну что, опять разбомбили мне. Моего дракончика придется тебя переигрывать. Цепная молния. Добивка. Монти, ты будешь убивать его? И все вот это вот, ребят, пройдохи, а? Чего же они такие мощные-то? Переигрываем однозначно. Две звездочки меня не устраивают. Вообще никак. Минимум три. Максимум 5. Шучу. Так, хорош. Поехали. Может быть, дракона не выставлять тогда вперед? Может быть, подождать вообще, когда они ко мне поближе встанут? Давай так, наверное, сделаем. Пропустим ход и посмотрим. Вот. А теперь бомбим. Теперь их просто можно будет здесь вот разобрать поближе, да, от нас? Окей, Монти добьешь? Малорик. Эту. Подожди-ка, лучше нам, наверное. Блин, рыцарь, ты. Давай вот сюда встанешь тогда. А эту мы похороним. Все, смотрим. Прекрасно, ничего у нее не вышло. Давай своих ребятулек вызывай. И добил. Монти красава. Так, за это он и получает уровень, друзья мои. Сейчас мы его прокачаем. Он пятый левел всхлопотал. Только что. Так, где-то у нас Монти. Вот он. Так, жетончик воткнем тебе. Щит. О, новый ранг. Это еще лучше. Опа, сразу можно всего понадевать ему, да? Прямо на глазах, ребят, растет. Так, давай-ка книгу ему, наверное. Блин, ну он действительно здесь выглядит, как будто не с арбалетом стоит, а с винтовкой. Сколько?
Отбрасывает, ну, это понятно. Вплоть до 95 единиц урона. Игнорирует броню, ребята. То есть эффект как у мага. 250 монет. Так. О, опять. Видишь, выпадают нам эти карточки. А как определить, сколько их нужно, не знаю. Ребята, последний босс... Ой, последний бой перед боссом у нас. Так что готовимся. Вот этого хочу чувачка себе. Энта получить. Что, всего втроем, что ли, будем? Ну, ладно. Я думаю, что дракона лучше сюда. Ой, как он хорошо-то сделал, ребята. А этот, давай, так вот. Прекрасно. Ну, по-другому не скажешь. Так, где твои рыцари, парень? Вызывай их. Пускай они бомбят. Маг на помощь. А дракончику никак. На, добиваем его. Вот и все, друзья мои. Ну что? Вот, видишь, вот эта вот бабка. Лавра героя. У вас есть 25. Награда за победу с двумя звездами. А, ну да, мы же ее на 2 звезды прошли. Кстати, надо будет ее перепройти на 3 звездочки. Ну что? А вот, друзья, и босс. Тут вообще у нас с одной звездой, да? О, смотри-ка, у нас с тобой. Давай-ка мы с тобой кое-что сделаем. Наши бойцы уже... Ух ты, смотри, какой классный ассасин. У нас с тобой уже бойцы более крепкие. Может быть, мы сможем одолеть этого босса. Немножко сейчас я кое-что исправлю, изменю. Я даже не знаю, что я хочу изменить. Ничего не буду менять. Просто пропущу тупоход. Так. Смотри, что творят, а? Ну вот, теперь пришла пора нам с тобой как бы веселиться. Если это можно назвать весельем. Окей. Так, он же воин или кто? Ну, попробуем. Да, он воин, получается. Ну-ка. Тынц, тынц, он даже сейчас крепкий, ребят. А кто... Ах ты, гаденыш, он еще и взрывчики здесь делает, понимаешь? Ну-ка. Крит. Слушай, а ведь я могу... Поставить сюда, да? И хильнуть. А что, эти воины не... Воу. Так, убиваем этого. Мак, ну-ка. Вот и все, друзья мои. Подожди, все, у нас же еще. Смотри, как я быстро запинал босса. Ребята, на 3 звезды. Ай, шикарно. Совсем другое дело. Слушай, может быть, нам и следующего с тобой попробовать пройти. Видишь, на 3 звезды. О! И сундучок у нас с тобой. Так, где мы? Это посох, закорючка, меч и эссенция. Все, я понял. Ну-ка. Посох вот сюда вот можно поставить. Сжечь предметы. Смотри-ка, 25. Блин, жалко, я пока никому не могу поставить это. Так, вот здесь у нас с тобой пройдено... Но это паучиха, вряд ли я ее смогу сейчас одолеть. Видишь, все звездочки получены. Ладно, пока не будем. Давай посмотрим, что это за бабка. Что она из себя вообще здесь представляет. Как она тут будет воевать. Склонитесь перед могучей династией Ринзи. Никогда твои воины пали, ты разделишь их судьбу. Ха, я Ринзи. Придется преподать вам урок. Слушай, они действительно какие-то как шаманы Ринзи, да? Что будем делать? Ждать, пока они к нам придут? Мне кажется, лучше так сделать. Давай, я, наверное, пропущу ход, посмотрим. Да ты запарил. Слушай, они не особо... Они особо к нам сюда не стремятся идти. Так, этого можно сразу убрать.
Этого тоже. Так, здесь, например, мы можем с тобой вот так сделать. Ага. Пробивной. Так, этого гоблина. Слушай, нам лучше, наверное, вон туда пыхнуть. Блин, я боюсь, дракона завалит. Но какая разница, нам главное урон нанести. Ох, ё. Чего? Бабуль, ты там не припухла ли, а? Сумасшедшая ты. Вот это она бомбанула. Ху-ху. Давай этого хотя бы убьем. Ага, убила 400 раз. Ну а так. Так. Опа, а маг-то, кстати, сопротивляется. То есть дракончик погиб наш, да? К сожалению. Продолжайте сражаться. Ага, Тавой Аринзи, вот как ее звать, чтобы получать жетоны. Но самое главное, что мы ее подбили. Так, я подумаю. Так, хотите сыграть с другом? За каждого друга вы получите алмазы. Блин, нам буквально вот одной звездочки с тобой не хватает, чтобы получить этот супер-пупер сундук. Но зато у нас есть жетон призыва. Итак, кто у нас тут? Ага, Тара. Три карточки. Три карточки Тара мы с тобой заработали. Ну что же. Так, арена героев. Гильдейские рейды. Натиск. Ребята, что такое натиск? Дайте-ка я гляну. Стычка 1. 4 волны. Поехали. Хочу просто посмотреть, что это такое. В бой. Натиска у меня еще не было. Он только сегодня у меня открылся. Так что я хочу глянуть. Смотри-ка, этот дракон действительно у нас механический. И... Так, подожди. Начать, например. Ну и что? Они мне что, этим хотели напугать, что ли, или что, я не пойму? На-ка. Сюда встанем. Давай-ка так сделаем. Добить. Ты не достаешь, да, к сожалению? Ладно, смотрим дальше, что тут будет. Ну, сильные, сильные, ребята, эти скелетики. Хотя, если попадает под критовку. А, так тут еще и будет 4 волны, что ли? И что дальше делать? Пропускать ход? Опа! Ух ты! Тихо, ребята, я к такому не был готов. Вы что? Выбрать. Давай. Фига себе! Фокусники вы, однако. Ну-ка, давай. На. Блин, нам надо подходить. Они дальники, да? Давай-ка вот этого. На тебе. 4 волны пережить. Что-то как-то напряжненько, мне кажется, здесь будет. Так, пропускай ход. Да чтоб тебя. Ух ты, это еще... Это ты еще кто такие, блин? Это духи. Это какие-то духи, ребята. Ну-ка. Добить сможешь? Сможешь. Так. Новая волна после этого хода. Блин, у меня медика нету, подлечиться не смогу. Офигеть. Ай. Выбрать. Выбрал. Выбрал двоих сразу же. Ну-ка. Не успел, да не смог добить. Так. Эти-то пока дойдут, блин. 1000 лет пройдет. Так, Монти, тебе, я не знаю, как-то... Отступить к тебе как-то надо. Давай сюда отойдем и...
Ой. Хорошо. Блин, ну... Твою же налево, а Монти убили. Они уничтожили моего Монти, ребята. Я должен отомстить. Тару, Тару хотя бы хиляется, это хорошо. Так, сюда если... Подожди, 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 подожди. Ты же можешь? Нет, а почему? А так? Бумс. Да ладно, серьезно что ли? Воу. Слушай, ну натиск прикольная такая штука на самом деле. Но я думаю, что дальше второй волны мне... Стычка 2. 5 волн. Требуемая сила героя 40. Бастион Сумерек. Фига себе. Ну давай зайду, гляну. А, вот тут показано все, кто будет. Кто будет. Попробую. А что я теряю, ребят? Да ничего. Героев только теряю. Так. Ну что, начнем. Самураи. Поехали. Добьем. Ну. Вот так вот. Монти, Монти никого не сможет сейчас пока тронуть. Я не знаю, мне кажется, дракон какой-то вот. Он очень силен именно по атаке, но очень слаб по защите. Получается как-то так, ребят. Так, ну что, ждем новую волну. Пропускаем ход. Да блин, что же вы оборзели, что ли? Выходят, еще сразу атакуют. Боятся не магии, ребята, боятся. Это видно прям. Скелеты, да. А воинам они навтыкают сейчас по полной программе, скорее всего, ребят. Ой. Ну-ка. Фигня какая-то. Ну, этого хотя бы уничтожим. Ну, убьешь? А вот и нет. Оу-оу, сейчас убью дракона. Чудом уцелел. Лети-ка ты вон туда. А мы с тобой вот так вот попробуем. Нормуль. На-ка. Добьешь? Так, и время на наступление, да? Время у нас на наступление. Потому что когда они появляются, ребята, они... Блин, надо было наоборот сделать. Так, Монти, ты встаешь сюда. Надо было дракона мне хильнуть. Хотя, подожди. Подожди. Пропускаем ход. Ага, добежать не могут. Это круто. На тебе. Так, Монти, стреляй. Помогай. Помогай, говорю. Я уберу дракона отсюда нафиг. Ой. Ты смотри, что творит, а. Ну-ка посмотрим. Угу. Фигня. Дракон, иди-ка пока похиляйся маленько. Похилялся, блин. Маленько. Совсем забыл, что это стрелки. Е! Фух, смотри-ка, там видел, какую карточку мы с тобой добыли. Какого-то вот этого ассасина, которого показывали. С двумя кинжалами. Стычка 3. Так, что у нас тут? Ух ты, повысить?
Характеристики активной способности плюс 50%. Пассивка тоже 50%. И сэр Матео может повысить уровень опыта до 17-го. Хо-хоу. Нифига. Прокачка, друзья мои. Так, подожди. Ну да. Не-не-не, не будем ничего сжигать. Применить. Ну и согласись, этот молот лучше, да? Крит, конечно, немножко хромает крит, но зато шанс крита 36%, а тут 20%. Ну ладно. Так, с натиском мне все понятно. А, мелкая волна. А, берег сокровищ, ребята. Берег сокровищ. Я надеюсь, что мне выпадет отсюда прекрасные награды. Ну там денежка. Блин, надо убирать вот этих вот всех и брать именно, ребята, дальников. Почему? Ну потому что Тару, уйди отсюда. Подожди, ты, я же тебя... Вот. Чтобы издалека уже бомбить по предметам. Так, давай сюда. Видишь, вот этим яйцам мы ничего сейчас сделать не сможем. Атаковать мы их не имеем права. Они сейчас вылуплятся. Их можно уничтожать только если ты встанешь на эту ячейку, где они стоят. Где они находятся. Тогда да. Опа, книжечка опыта. Заберу. Ну-ка. Отлично. Минус. Прекрасно. И, ну, ну что ты, ну Монти, ты даже не можешь. Не может. Ну давай полыхнем тогда. Так. Вот смотри, что здесь делается. Вот сюда встаешь. И все, ребята, эти больше не вылупляются отсюда. Монти, ты опять... Ты почему так ходишь мало, а? Монти, объясни мне. Давай сюда. Деньги забираем. Забираем, говорю, деньги. Так, ну-ка. Отлично. Этот маг не знает, куда пойти. То туда, то сюда. Мельтешит, как этот. Бабах. Правильно. В этих кувшинах... О, ты видел, там денежки лежали. Так, сундук. Сундук. А в нем наверняка что-нибудь полезное, ребята, и хорошее лежит. А мне его не взять. Не успел, друзья мои, я подбить этот чертов сундук, а? Ты понимаешь? Блин, а мне кажется, что в сундуке что-то да полезно лежало бы. Ну, видишь, Монти, как всегда. Воу, тут тоже неплохой такой. Ардаси. Может быть, нам лучше взять вместо Монти вот, вот так вот, да? Да, я думаю, что так будет отличный вариант. Ну что, дракон? Нет, давай, наверное, да вот сюда поставим их рядышком, да и фиг с ним. Так, пробьем. Вот конник хорош тем, что он, ребята, очень далеко двигается. Это на самом деле классно. Эй-эй-эй-эй-эй! Книга. Ну тут я, наверное, пыхнул. Что тут думать, да? Это уничтожаем, гадость. Так, ты пойдешь сюда? Ты пойдешь сюда. Так, он может... Да. Подтянуть своим копьем может, понимаешь? Хм. Давим. Такой раздавился. Встанем сюда. Это подобьем.
Угу. Ну, кувшин, это понятное дело. На. Финансы. Замечательно. Следующую волну, пожалуйста. Угу. Уничтожаем. Уничтожаем. Гемы забираем с тобой. И монетки тоже забираем. Следующую волну. Вот сейчас, ребята, будет сундучок. Сундук, вот он. Так, бомби по... Да что ты... А ты добьешь? Хм, вот, добьет кто. Денежка там была в сундучке. Полностью с тобой все собрали. Всю награду, ребята. А это что же такое? Хорошее точило. Вопрос, зачем мне точило, а? Я ничего вроде бы как бы не собирался точить. Так, у меня есть еще? Возможно, нету, да, по-моему? Да, ребят, нету. Ну, что ж поделаешь. Нет так нет, давай глянем, что у нас еще с тобой. Так, лига претендентов. Элитная компания. Опа, опа. Ох, ё. Зашибись, друзья мои. Новое место скоро откроется. Но пока я до него дойду, тут еще будет с кем повоевать. Ну-ка, что-то. Блин, ну все меня смущает своим этим. Он будет, наверное, самым прокачанным у нас, да, получается? Матео. Скорее всего, да. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.